На пути к улучшению города запорожцы подают последние проекты, которые могут принять участие в городской программе «Общественный бюджет». Сегодня заключительный день приема заявок. В городском совете, говорят, жители Запорожья представили много интересных идей. Одна из последних – создание в городе Майдана дружбы народов в сквере неподалеку от площади Пушкина, где должен появиться и памятник чернобыльцам. Есть проекты, которые направлены и на благоустройство города Запорожья, и на строительство детских площадок, спортивных площадок. Очень важно, что подаются проекты и в части экологии. Есть проекты, которые связаны с тепломодернизацией, радуют активность наших ОСМД. Мы перевалили за 150. Это таких полноценных хороших проектов, которые, я уверен, сделают наш город лучше.